Здравствуйте. 16 сентября, суббота, день Сатурна, 26-й лунный день с элементом дерева. День благоприятный для людей, родившихся год коровы, тигра и кролика. Хорошо в этот день делать домашние дела, следить за своим распорядком дня, одевать новую одежду, шить и кроить одежду, копать землю, совершать обряд жапты, спорить, судиться для жесткого решения вопросов. Отправляться в дорогу к находке, все задуманное исполнится. День неблагоприятный для людей, родившихся год мыши и свиней. Нежелательно начинать затворничество, благое дело, заводить новые знакомства, обретать друзей, покупать скот, лошадей. Стрижка волос, к счастью, достижение задуманного. На верхней березовке Сокчин Дугани пройдет хурал Баян Намсаре, Дуинхур Дугани, Гомба Намсаре, Диважин Дугани, Алтын Гырыл. Делайте добро. Снова в Улан-Удэ зимняя сказка. Цены еще ниже. Норка от 49 тысяч 900 рублей. Мутон всего 10 тысяч. А также головные уборы и меховые аксессуары. С 14 по 24 сентября выставка меха «Зимняя сказка». Художественном музее имени Сампилова. Куйбышева, 29.